Глава государства сегодня встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой миссии по оказанию содействия Афганистану Яном Кубишем. В ходе встречи были обсуждены основные направления сотрудничества Казахстана и Организации Объединенных Наций. В частности, были рассмотрены механизмы обеспечения безопасности в регионе, а также вопросы экономического восстановления Афганистана. Глава государства отметил готовность Казахстана продолжить оказание помощи Кабулу посредством реализации различных проектов, направленных на развитие страны, в том числе обучение афганских студентов.